К сожалению, оборвалась победная серия 6 матчей. Сегодня у нас ничья. В чем видишь ее причину? Ну, ворвалась победная серия, но беспроигрышная продолжается. Стратегическое очко набрали. Ну, играли с хорошим соперником. Тяжело было, знали, что так будет. В принципе, ну, не скажу, что очень сильно расстроены, да, по ходу матча вели и могли удержать эту победу. Возможно, где-то немножко низко просели в конце и с подбора получили 1-1. В принципе, хорошее рабочее очко на выезде. Обидно вообще, что так получилось. Насколько психологически вот бодрила вот эта вот серия, как раз, которая сегодня прервалась, к сожалению. Ну, знаете, что очень тяжело было вот эти все игры со всеми лидерами, начиная с «Динамо», и с каждым матчем все тяжелее и тяжелее психологически было. Была выхолощенность этих подпитки эмоций, этих эмоций не хватало немного команде. Ну, вот. Ну, это видно и сегодня, наверное, в игре было какой-то страсти, азарта немножко не хватало в завершающей стадии. Вот. Поэтому, говорю, где-то низко садились и хотелось удержать этот 1-0. Ну, вот. Ну, получилось так. Ну, еще расстраиваться не будем. Дальше матч с лидером. Надо там все решать. Сложно ли после чемпионата переключаться на такое же важное, сложное противостояние в Кубке? Ну да, конечно, мы будем играть с одним из лидеров чемпионата высшей лиги. У них такая же серия получается, 6 побед, 1 ничья. Ну, вот, интересно будет, будет очередной тяжелейший матч. Ну, оставшихся матчей у нас легких точно не будет, поэтому мы будем настраиваться как на обычный матч, ничего сверхъестественного. Слушай, все-таки задам этот вопрос. Ну, много нюансов было сегодня по судейству. Ну, негодовали трибуны, как бы и мы с комментаторской рубки. Что можешь по этому поводу сказать? Ну, я считаю, минут 70 было хорошего судейства, объективного и последовательного. То есть в одну и в другую сторону одинаково трактовалось все. Ну, а в конце как-то все вышло из-под контроля. И судья решил, наверное, концовку быть главным действующим лицом. Вот. Ну, мы судейство не комментируем. Так вот закончилось, так вот сложилось. Поэтому не будем комментировать судейство. Спасибо.